Вы опять на самом лучшем канале в мире, Бэби Босс Давид. И сегодня мы будем открывать вот эти классные три яичка, в которых прячутся тачки Джой! Тачки Маквин! Что, приступим? Да. Давай, я буду тебе помогать немножко, да? Хорошо? Будем надрывать. Сейчас посмотрим, как они будут открываться. И открывать их будем. Клееночки. Так. Нет, к сожалению, ленточки, которая бы с легкостью помогла нам открыть эти яйца. Они не хотят открываться. От того предвкушение открытия становится все больше. Само яичко, конечно же, будет Давид открывать. Ой, и смотреть, кто там ему попался. Так, смотрим. Вот такие вот машинки попадаются. Да? Нам попалась вот такая вот желтая машинка. Называется она Мигель Камина. Нам нужно ее собрать и наклеить наклейки, после чего она будет мега крутая. Правда? Так. Давай. Закрываем ее. Так, неправильно, наоборот. Все, вот это. Вот так вот защелкиваем. Теперь берем наклеечки и обклеиваем ее. Для того, чтобы была она мега у нас крутая. Вот такой у нас будет капот. Вот этим. Вот так вот. Меня сейчас. Вот, да, вот такая вот тачка классная у Давида получилась. Желтенькая, да? Вот такая вот. Вот такая вот крутая. Ждет друга. Да, она ждет друга. Да, тут... Давай будем друга искать. Тут тачка. Тут тачка Маквин. Ну, не знаю. Мы сейчас проверим, где тачка Маквин. Быстрее открывай. Кто там? Смотрим. И это у нас черная машинка. Льюис Гамильтон. Да? Вот такая вот. Сейчас мы ее очень быстренько будем обклеивать, да? Обклеим ее? Что скажешь? Да. Бэби Босс. Да! Да? Хорошо! Вот такая вот она у нас. Правда, пока без наклеек, мы сейчас это исправим. Сейчас мы очень быстро ее обклеим. Наклеим ей капот. Появилась вторая тачка. Мега классная обклеенная тачка. Да. Теперь у нас их две. Да? И сейчас их будет правильно три. Давай посмотрим. Там тачка Маквин. Там тачка Маквин. Ты ждешь Маквина? Да. Ну давай посмотрим, или есть там Маквин, или нет. Да? Вдруг тачка Зина вот здесь. Открываем последнее яичко. Они ждут друга, да? Давай быстро доставаем друга. Давай, доставай. Кто там есть? Вот такая вот красная, крутая тачка. Давай посмотрим. Ее называют Франческо Виртути. Да? Давай ее откроем. Открыем и посмотрим, что из этого у нас выйдет. Хорошо? Вот такая вот она у нас спортивная, красивая тачка. Дай-ка мне, пожалуйста, эту часть автомобиля. Спасибо. Итак, закрепляем мы колесики. Вот так вот защелкнули. Вот такая вот она у нас без наклеек. Но сейчас она станет гораздо красивее, когда мы ее обклеим. Да? Давай приступим к обклейке автомобиля.
Давай-ка будем ее клеить. Так, смотрим. Что у нас куда? Так, первая наклейка у нас идет на капот. Третья машина. Теперь все друзья у нас готовы к игре с Давидом, да? Так что у нас вот такое вот сегодня было пополнение в нашей автомобильной семье. А все, кто понравилось наше видео, ставьте пальчик кверху, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока, друзья! До следующих встреч!